В Ярославле для повышения качества питьевой воды модернизируют южную станцию. Для этого реконструируют камеры реакции отстойника. Для бесперебойной и безаварийной работы сетей и насосной станции организована замена запорной арматуры и трубопроводов. Кроме того, для поддержания в автоматическом режиме заданного давления в городской распределительной сети установлено высокотехнологичное современное оборудование. Ежесуточно из южной станции для жителей Красноперекопского района и части Фрунзенского поступает 45 тысяч кубометров питьевой воды.